Мне 25 лет, я живу за городом с родителями, и с самого детства приучен к всякому, всякой разной там, физической работе. Я помню, как однажды в детстве помогал отцу копать могилу за бутылки миринды, как бы было такое. И несмотря на то, что сейчас 21 век, да, у нас дома до сих пор есть домашний телефон. Вот домашний телефон. И когда он звонит, я даже не рыпаюсь, ну, потому что ну, это не мне, как бы. Это стопудово не мне. Я думаю, домашний телефон сейчас это показатель того, что кто-то из дальних родственников вот стопудово жив. Ходит, знает цифры. Максимум, кто мне может позвонить по домашнему телефону сейчас, это вот либо военком, либо чувак, которому я должен диск Нелли Фуртадо. Все. Больше никто. У меня есть семья, у меня есть родители. Родители очень любят прибедняться. Вот вы замечали, что взрослые фанаты доедают всякую хрень? У меня мама как-то приготовила курицу, я поел, и папа такой, а хрящики кто будет есть, а? Я говорю, я хрящики не ем. Хорошо живете, хорошо живете. Хорошо живете. Не, ну реально, не, ну реально же хорошо живем, да? Не шьем мешки, как бы, да? Вот, не плетем корзины, не выращиваем георгину на продажу. Вот, хорошо живем.